15, доллар был по 30, доллар был по 20. Страна потихоньку погрузилась в тень. Тяжело смотреть нам завтрашний день. Маршрутки стали по 4 гривны. Депутаты думают, что люди наивны. Громко кричат в радах, проявляя дерзость. Что нам скажет четкий паса? Ты реально мер. Зашел в магазин для разнообразия. Батон по 8 гривен. Что за безобразие? На кассах кричат нам: не материтесь. Цены на продукты остановить. Но наш народ не боится перемен. Верим, Украина скоро встанет с колен. Не будет в стране больше этой дебильности. А будет порядок и будет стабильность.